Запись камеры наблюдения не самого лучшего качества, но это единственное, что смогла предоставить следствию администрация клуба. На заднем плане двое, их лица в кадр не попадают. Судя по видео, один из них плохо держится на ногах, второй наносит ему удар. Нокаутированный мужчина падает и больше не поднимается. Поединок в ночном клубе закончился приездом скорой и полиции. Медики госпитализировали пострадавшего участника потасовки, одного из посетителей клуба. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. А вот оппонент, мужчина, охранник заведения, уже дает показания стражам порядка. Наталья сегодня впервые пришла в клуб, где накануне до полусмерти избили ее супруга. Женщина просит не показывать ее лица, рассказывает, тревогу она забила, когда муж не пришел ночевать. А утром ей сообщили страшную новость. Ему сделали трепанацию головного мозга, и он находится в очень тяжелом состоянии. Предварительно, как мне сказали, что охранник этого клуба по неизвестной причине дрался, ударил его по голове. По факту нанесения побоев было возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют причины избиения. Полицейские Северного округа установили, что пострадавший, 38-летний москвич, ранее находясь в состоянии алкогольного опьянения в ночном клубе на улице Софьи Ковалевской, вступил в спор с охранником. Представитель службы безопасности нанес несколько ударов нетрезвому посетителю по голове. 50-летний охранник клуба, уроженец Ростовской области, задержан. Признавать, что едва не убил человека, и рассказывать свою версию конфликта он отказывается. В чем вас подозревают? Статья какая? 111, часть 1. А фабула дела какова? Что, в чем выражается 111? Что вы сделали? За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчине грозит до 8 лет тюрьмы. Елена Бабаева, Сергей Емельянов, Петровка, 38.